There's a lot to see. You've got the Battenberg Chapel down on the left. You've got Queen Victoria's Royal Pew on the right. So you've got lots of memorials here to various individuals associated with St. Mildred's Church in the 1840s, 1850s. Okay, thank you very much for your help. But you really need a, if you want to know all the history, then I'd be here hours. I like But suffice to say, it's the history, you know. fourth church on the site, and the chancel was built 1854, 1855. As I say, Prince Albert gets the credit, but he did have professional help by a professional architect named Albert Humbert, who designed the church in the style of the romantic churches of Saxe-Coburg in the Rhineland Ну вот back я in the думаю, что вы 17th поняли немножко, century. а может и не поняли. Это мы Really пришли вот excellent. But the rest of the в church was церковь, 1861, there's a memorial stone there, которую построил принц Альберт для своей жены, королевы Виктории. И вот нам объяснял, любезно объяснил мужчина, что это и как это было построено. Роман Черч, Исей. Я вам сейчас покажу внутри. Ну, это, в общем-то, совершенно похожая католическая церковь, как обычно. Ну вот здесь какая-то красивая мраморная лепка. К сожалению, вам не видно, наверное, отсвечивает на моей камере. Там что-то похожее на трапезу. Вот, не знаю, это вот немножко по-другому смотрится. Опять вот этот вот алтарь. Видите? Здесь вот очень много барельефов умерших людей. И вот даже барельеф, по-моему, самого принца Альберта. Ой, чуть не упала, переклонилась, заходить нельзя. Вот там, на той стороне, в самом верху, вы видите орган опять. Вот. И вот как нам здесь объяснил этот мужчина, который здесь находится, он сказал, что 2 июля здесь будет какие-то богослужения, большой сервис для русских, и сказал, что даже, может быть, кто-то из семьи Александры Федоровны, жены нашего последнего царя Николая II. Я говорю тихо, может быть, вы меня не слышите, потому что в церкви так громко говорить нельзя, к сожалению. Ну вот, как мне сейчас объяснили, вот этот вот темно-синий кусочек вот этого ковра, это раздается для каждой церкви после коронации Елизаветы II в 1952 году. Она была коронована, и это было постелено вот это вот темно-синего бархата такой ковер. И теперь каждая церковь в Англии хранит вот кусочек от такого ковра. Очень интересно. Так, вот еще вам показываю. Вот такая мраморная гробница. Это наверху, видите, лежит меч. И вот там еще наверху доспехи. И вот если вам будет видно, сейчас попробую показать. Видите, наверху? Наверху там флаг. Это его. Потому что он был рыцарь, и это принц Генри его зовут. Он родился в 1856 году и умер от малярии в 38 лет. И его жена принцесса Беатрис спустя
почти 50 лет. Вот, была похоронена тоже вместе с ним. Вот он похоронен вот в этой гробнице со своей женой теперь. Ну вот, я нашла, представляете, я нашла информацию о нашей царской семье российской, представляете? Николай II, вся его семья, видите, это меня очень удивило и очень приятно удивило, что они держат здесь такую историю. Это вот в этой церкви опять, вот видите, это принцесса, это королева Виктория с принцем Альбертом, это все их дети. И вот наш Николай II со своей женой Александрой Федоровной. Александра Федоровна – это внучка королевы Виктории, как я вам уже говорила. Вот представляете, они эту историю здесь хранят. Очень классно. А здесь вот South of Russia. Ну вот видите, это вот платья здесь показаны тех времен, которые носили женщины в 19 веке. Это, по-моему, даже... Ну, это копия, конечно. Но, по-моему, даже свадебное платье, как я понимаю. Вообще, эта церковь просто приятно меня удивила таким огромным количеством информации. Вы знаете, практически обо всех. Вот они. И то, что я вам даже показала о русской Royal Family, королевской семье. Ну, это вот я вам опять показываю. Вот это вот крестильная купель. Как в любой церкви. Здесь она тоже, конечно, присутствует. Вот я вам показываю. Опять у меня сбился. Сбился опять увеличитель, ё-моё. Я хотела вам показать. Вот этот орган наверху. Нет. Вот стоило нам только сюда прийти, и сразу масса людей пришло тоже, видите. Масса визитерс. Так, ну вот я вам еще показываю, видите, генеалогическое древо Виктории, вот это вот как раз Беатриса, которая, я вам рассказывала, жена Генри. Вот она была самая последняя, ее дочка, самая младшая из девяти. Так, ну и вот я вышла из этой великолепной церкви. Я, конечно, немножко, наверное, неправильно начала вам свою съемочку. Я показала сначала внутри информацию. Надо было, конечно, показать вот эту красоту снаружи. Сейчас я вам покажу с другого ракурса. Эта церковь очень красиво смотрится. Ну и вот еще хочу вам показать вот это вот круглое окно. Это называется окно роза. Rose windows по-английски. И, в общем, считается, что это великолепный кусочек архитектурного строения. Ну, здесь вот такое вот шикарное распятие. Также позеленело, значит, медное, наверное. Вот здесь еще вот такая вот очень интересная вещь. Вот видите, вот этот камень, он встроен в угол этой церкви. Это написано, что 29 мая 1860 года, когда начали строить вот эту вот церковь, это принц Альберт начал строить эту церковь, а до этого здесь стояло две церкви, которые, первая из них была римская, очень старая, она сломалась, не знаю по каким причинам, и потом вторая, и вот это вот уже третья принц Альберт построил. Ну вот я обхожу вокруг, показываю вам эту церковь во всей красе снаружи. Ой, чуть не упала. Тут, конечно, опять старые захоронения, старые могилы, как обычно.
возле каждой английской церкви. Старое кладбище. Вот там еще, видите, также открывается великолепный вид на реку Медина, которая у нас идет по острову, как я вам уже рассказывала. Наша великолепная река Медина, вот она видна там чуть-чуть. Очень красивый вид. Это я повернулась напротив этой церкви. Ну вот видите, какая красота. Вот это вот я вам показываю. Еще один вид этой церкви. Вот очень красивая церковь, которая полна истории. И приятно удивила меня. Так, ну вот, друзья, я, пожалуй, вам показала все, что хотела о этой прекрасной церкви. Сент-Милдрик. Название ее Сент-Милдрик. Милдрик – это имя. Ну и вот последний вид. Красивый. Это, пожалуй, наверное, то, с чего нужно было начинать. Это вход в эту Сент-Милдрик Чёрч. Но я надеюсь, что вы поняли то, что я вам показала. Я надеюсь, что вам понравился мой исторический обзор небольшой. И, может быть, даже вы были удивлены так же, как и я, увидев вот информацию о Николае II и его семье вот в этой вот церкви. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя. Бай-бай. Ну вот, я вам показала последняя эта доска. Видите, вот Сент-Милдридс Черч называется.